11-й Елисаветинский крестный ход пройдет 18 сентября в поселке Ильинское Усово. В этом году мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения святой императрицы Александры Федоровны, к 30-летию канонизации святых преподобно-мучениц великой княгини Елисаветы Федоровны и крестовой сестры Варвары, а также 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Участников мероприятия ждет насыщенная программа, которая начнется в 9 часов утра у Спасского храма в селе Усово. После окончания крестного хода состоится открытие благотворительной акции «Белый цветок» и выставки фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, посвященной христианскому подвигу императрицы Александры Федоровны. А завершится мероприятие концертом Московского синоидального хора.